Казахстан – темір жолы. Это 145 тысяч человек, строительство новых дорог, производство отечественных тепловозов. И это еще не полный список успехов, достигнутых нашей компанией за последние годы. Реформы, проводимые руководством компании во всех сферах ее жизнедеятельности, стали важным направлением в развитии «Казахстан темір жолы». Создание необходимых условий и возможностей в первую очередь выявили потенциал и мощь основного капитала компании – молодых специалистов. Численность молодых работников группы компаний «Казахстан темір жолы» в возрасте до 30 лет составляет около 35 тысяч человек. Одним из важных направлений молодежной политики «Казахстан темір жолы» является развитие и обучение персонала приоритетным специальностям. В рамках программы молодежной политики на 2009-2011 годы в прошлом 2010 году около 11,5 тысяч молодых работников прошли обучение на базе Организации образования Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья по отраслевым, финансово-экономическим, юридическим и информационно-технологическим направлениям. В 2010 году компания оплатила 134 образовательных гранта студентам по приоритетным для КТЖ специальностям. 28 молодых специалистов-железнодорожников проходят обучение в магистратуре по специальности «Интероперабельность, безопасность, сертификация» на международном железнодорожном транспорте в Украине и Центральной Азии. Производственную практику в компании прошли более 3000 студентов. В 2010 году в компании стартовали две программы. Первая – корпоративный лагерь молодых работников «Сембулмасанкым». Вторая – региональный и республиканский форумы молодежи «Жастар темір жол болашағы». Эти форумы проходят по следующим направлениям – проект-менеджмент и будущие управленцы. Главная цель проекта «Сембулмасанкым. Кто, если не ты» – это укрепление молодежного кадрового потенциала компании, мотивация сотрудников к совершенствованию, сплочение коллектива. В 2011 году во второй сессии лагеря приняли участие 180 человек из всех регионов страны. Молодые железнодорожники имели возможность обменяться опытом, принять участие в семинарах по командообразованию, интеллектуальных и спортивных играх, а также обсудить различные социальные проекты. Во время работы лагеря участники выбрали «Мисс Лагеря 2011», а также придумали официальный гимн. Форум «Жастар темір жол болашағы» собирает молодых железнодорожников, показавших свои знания в двух инновационных проектах. Проект «Менеджмент» направлен на выявление новаторских идей, лидерских и профессиональных качеств у молодых людей. «Будущие управленцы» — это проект, направленный на развитие управленческих качеств, построение команды, партнерство, постановку целей и планирование. Для проведения тренингов по этим программам приглашаются квалифицированные бизнес-тренеры Казахстана и стран СНГ. В течение 2010 года проводились региональные форумы молодежи в городах Костанай, Алматы и Павлодар. Лучшие специалисты приняли участие в 4-м федеральном слете молодежи Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в Москве и 2-м международном молодежном форуме профсоюзов железнодорожников в Одессе. Кроме того, делегация молодых работников компании приняла участие в молодежном форуме Мирового общественного фонда «Диалог цивилизаций», который проходил в октябре 2010 года на острове Родос, Греция. Первый республиканский форум молодежи «Жастар темір жол болашағы» прошел в Астане в канун Дня независимости Республики Казахстан. 200 молодых работников представили 38 инновационных проектов. Десятки молодых специалистов показали высокий уровень специальных знаний, а также организаторские способности, активность, способности к саморазвитию и работе в команде. Итоги региональных форумов были подведены на республиканском. По итогам форумов два проекта победителя внедряются в компании. 10 молодых работников зачислены в кадровый резерв компании. 2 молодых работника направляются на обучение по программе «Магистратура». 9 молодых работников направляются на повышение квалификации в Организации образования Республики Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья.
Четверо молодых работников назначены на вышестоящие должности. Четыре команды победителя участвуют в международном образовательном соревновании по стратегическому управлению Global Management Challenge, которую проводит Академия народного хозяйства Российской Федерации. Более 700 участников прошли обучение у бизнес-тренеров Казахстана и стран СНГ. Сборная команда КВН акционерного общества «Национальная компания Казахстан Теміржолы СВ» в 2010 году успешно выступила на фестивале КВН в городе Сочи. Прошла в полуфиналы чемпионата Казахстана и финал лиги КВН РЖД. В Караганде команда завоевала гран-при Центрально-Казахстанской лиги КВН. В 2010 году впервые был сформирован и направлен в Сочи студенческий стройотряд для строительства объектов олимпийского титула. В настоящее время идет работа по внедрению специальной автоматизированной системы для разработки и продвижения молодежных проектов – система 4i, информационный инкубатор инновационных идей. А также для обеспечения постоянного общения между молодыми сотрудниками в компании создается интерактивная сеть «Мой мир. Казахстан Теміржолы». Как отметил в своей речи президент компании Оскар Мамин, именно персонал в современных условиях формирует во все большей мере стоимость компании и определяет ее устойчивые конкурентные преимущества и эффективность работы, так как рост квалификации персонала позволяет предприятию не только выживать, но и развиваться. Поэтому вы, сегодняшние молодые специалисты, должны стать главными реализаторами новых подходов, предусмотренных долгосрочной стратегией развития Республики Казахстан, так как за вашими инновациями будущее.